стоматологическая революция. У 75% челябинских дошколят обнаружили проблемы с зубами. Масштабы детского кариеса выяснили волонтеры проекта «Зубная фея». Добровольцы решили провести в детсадах настоящую стоматологическую революцию. «Звездный дождь» реализует проект «Зубная фея» совместно с автономной некоммерческой организацией «Такая жизнь». В этом году организаторы запустили еще одно направление проекта – среди обычных детей раннего возраста. Ведь статистика показывает очень опасную тенденцию. Полностью здоровые зубы сегодня среди детей дошкольного возраста встречаются менее чем у 23-25%. Остальные дети либо уже лечили зубы, либо им необходимо лечение. В результате в трех детских садах Челябинска стартовала программа обучения детей по комплексной профилактике здоровья зубов. Есть ли способ победить кариес? И почему важно не запускать даже молочные зубы? Подробнее об этом в ближайшие 15 минут. Обычных детей тоже нужно учить чистить зубы, ходить на профилактический осмотр, лечить без боязни, потому что ребенок должен понимать, что его ждет. Ну, как любой человек, и тогда он не будет бояться. Вот, и поэтому сейчас в программе участвуют 40 семей на данный момент и участвуют 3 детских сада города Челябинска в тестовом режиме. Из всех детских садов это примерно 800 детей, ну, из всех трех. И мы видим результаты этого проекта очень хорошие, и поэтому мы будем выходить на то, чтобы Министерство образования, дети в детском саду чистят зубы. То есть и мы хотим, чтобы все дети в городе Челябинске, в Челябинской области чистили зубы в детском саду, потому что это значительно улучшает стоматологическое состояние их здоровья. Зубные феи, которые проводят уроки в детских садах, это специально обученные педагоги, занимающиеся с детьми по утвержденным программам. Мы сегодня будем с вами играть, потом будем танцевать и ставить отметочки в дневничках. Мы сегодня немножко с вами повторим пройденный материал. И расскажу вам новую информацию. Договорились? Да. Ребята, вы все помните, что еда у нас застревает в зубах, да? И образуются на зубах что? Микробы. Микробы, вредоносные бактерии, да? А вы помните, что эти бактерии очень коварные? А почему коварные? Прячутся, да, они? И мы их не можем глазками с вами увидеть. И из-за этого что с зубками становится? Появляется кариес. Точно, появляется кариес, зубы у нас разрушаются и болят, да? И что мы с вами делаем, чтобы этого не было? Зубы чистим. Точно, молодцы, мы с вами чистим зубки. Точно, молодец, умничка. Поможем бегемотику зубки почистить? Давайте, я вам раздам специальные щетки для бегемота. К счастью, пока так запустил свои зубы только игрушечный бегемот. Малышам объясняют, чтобы не повторить судьбу незадачливой игрушки, есть средства. Я к вам подхожу. Вы выбираете себе один зубик и чистите его бегемотику. По очереди. Так, следующий. Остается, да, на щетке? Конечно, вон какие черные зубы. Угу, молодец. Следующий. Ой, тебе хватит, а мне нет. Да хватит, всем хватит. Еще маркером можно. Еще раз. Секрет это все не открывай. Один-один зубик, один. Оставь, ребята. Вообще, да? Вот какие грязные зубы. Вот что бывает, да, если зубы свои не чистить. Вот умничка. Ювелирная работа прям. Молодцы. Веселые уроки для дошколят ведет зубная фея. Организаторы проекта считают, что основы гигиены зубов нужно внедрять во всех детсадах. Ведь данные профилактических осмотров поражают. Проблемы с зубами обнаружили у большинства детсадовцев, а четверть из них ни разу не посещали стоматолога. В каждом детском саду, который у нас в проекте участвует, есть группы нормотипичных детей и есть по несколько групп коррекционных, где ребята с особенностями в развитии занимаются. Вообще занятия изначально составлялись для детей с особенностями в развитии. Там более все визуально представлено, чем, допустим, делалось бы для нормотипичных детей, но оказалось, что эта система работает и с нормотипичными детьми, и они в восторге тоже от всех вот этих визуальных подсказок, визуальной поддержки, им это очень
очень все нравится. Картинки, рисунки, они прям радуются. У нас получается 8 уроков зубной феи. Первые уроки мы проходим прям с самого начала, все новая информация. Следующие занятия уже строятся на повторении в какой-то степени. И последнее занятие у нас закрепляющее, это викторина. Там ребята отвечают на вопросы по пройденному материалу, ну тоже в игровой форме. Все в игровой форме у нас проходит. Теперь главное оружие с кариесом есть во всех подшефных детсадах. Чистить зубы после каждого приема пищи уже приучили 700 малышей. Каждую чистку отмечают в специальном календаре. У каждого ребенка появился дневник профилактики, где указаны даты прошедших и будущих осмотров у стоматолога. Часть занятий посвящают основам здорового питания. Ребята, фтор у нас с вами защищает наши зубки. Он создает защитную пленочку. И защищает. От кого защищает? От микробов. Точно, защищает от микробов. Есть микробы, да, у нас, которые нападают на наши зубки. Страшные микробы, да, пытаются на наши зубки напасть, чтобы их разрушить. Так вот, фтор у нас помогает зубкам быть здоровыми и побеждает всех микробов. Ребята, но у нас в Челябинске, в нашем городе, в воде фтора почти нет. И поэтому нам с вами нужно его обязательно восполнять. Раз мы не можем его в водичке получить, то нам нужно есть некоторые продукты, которые содержат фтор, чтобы наши зубки были под защитой. Давайте посмотрим, какие это продукты. Тыква. Кушаете кашку с тыквой? Молодцы. Капуста всякая разная. Кто любит капусту, поднимите ручки. Молодцы. Рис, гречка, овсянка. Кто кашку любит, поднимите ручки. А кто любит кушать грейпфрут? Я. Да, даже грейпфрут кушаете, молодцы. Яблочки. Ну, яблоки, наверное, все любят, да? Рыбка, скумбрия. Молодцы, рыбку любите. А кто любит мяско? Я. Отлично. Ребята, а вы знаете такую рыбку, тунец красненькую? Кушаете? Молодцы. Еще у нас фтор содержится в воде, но нужно смотреть состав, с родителями это обсудить, чтобы в составе был фтор. Чернослив кушаете? А кто кушает петрушку, поднимите руки. Молодцы. А молочко пьете? Отлично. Больше всего изменения вкусовых предпочтений у детей удивили родителей. За совсем непродолжительное время малыши научились правильно чистить зубы, знают, какие продукты полезны для зубов, а какие нет. Дома разложила в холодильнике все по полочкам, что полезное, что не полезно. Так, мама, это нельзя кушать, это не полезно для зубиков. Я могу сказать на примере своей старшей дочери, у нас такого не было, ей 10 лет. То есть нам было сложно пойти там объяснить ей. Поход к стоматологу первый был со слезами, с истерикой. А здесь совершенно все по-другому. Она как бы нормально к этому ко всему относится. То есть это как бы заложило такой прочный фундамент во взаимоотношении там ребенка и стоматолога. То есть это для нее очень все легко и просто. Это очень полезно для детей. Во-первых, они на фоне своих сверстников, это как-то информация, может быть, звучит по-другому для них и более осваиваема для них. И поэтому я думаю, что данный проект заслуживает прям достойное место, что в детском саду проходит он. Это закладывает это очень прочный фундамент, да, что дети уже с маленьких лет уже понимают, что это такое чистить зубки по утрам, полоскать рот после еды. Вечерами тоже уже, то есть не надо напоминать каждый раз, что там надо пойти почистить зубы. То есть ребенок сам идет и чистит зубки, с этим уже проблем нету. Каждый родитель мечтает, чтобы у его ребенка были здоровые, красивые зубки. Кроме того, что наши детки учатся регулярно, как правильно нужно чистить зубки, они самостоятельно при этом учатся ухаживать за полостью своего рта. Кроме этого, мы проходим бесплатные регулярные профилактические осмотры стоматологами города Челябинска. А также, если в дальнейшем требуется лечение, то наших деток лечат стоматологи. Я думаю, что, конечно, наши детки смогут преодолеть страх именно врачей-стоматологов с помощью данного проекта. Экология оставляет желать лучшего. И, конечно, вот такая помощь нам, как родителям, именно на основе детского сада, я думаю, что нам будет это очень полезно.
В результате у большинства ребят ушел страх перед посещением стоматолога. Появилось чувство ответственности и понимание, как можно с помощью зубной щетки, правильного питания и регулярных визитов к врачу сохранить зубы. Так, тяни. Что у тебя? Полезные для зубов? Да. Нужно зубки чистить? Да. Молодец, отлично. Так, тяни. Показывай ребятам. Шоколад. Вредный шоколад? Да. Надо зубы чистить? Да. Молодец, чисть. Отлично. Так, тяни. Показывай ребятам. Чипсы полезные? Нет. Надо зубы чистить? Да. Надо, чисть. Молодец. После этих уроков мы стали чаще чистить зубы. Там, где наверху, надо снизу, а там, где внизу, надо наверху. Ну, чтобы правильно чистить их. Мы сегодня узнали, овощи, которые, где есть фтор. А что он делает? Зачищает наши зубы от вредных микробов. Зубы были крепкими, они не выпадали, и чтобы не завелись кариесы. Я узнала, какие продукты полезны, а какие вредные. Какие полезны? Рис, морковка, молоко, рыба, тыква, огурцы. Мед, вредная еда. Это кока-кола, чипсы, торт, конфеты, мороженое. На данный момент у подопечных «Звездного дождя» без применения общего наркоза вылечено 52 кариеса, 8 пульпитов, 12 детям проведена гигиена, проведено более 100 профилактических осмотров, обучены 50 родителей. Особенная благодарность врачам-стоматологам, которые активно включились в программу. В данном проекте у нас участвуют все родители. С удовольствием. Никто не отказался, потому что это бесплатно. И дети бегут с удовольствием в детский сад, но в других садах, по крайней мере, нет, только у нас такое. Кто выбыл, жалеет, что не застали данный проект. Мы рады и пользуемся нашей зубной феей, ждем ее в гости, долгожданные гости в нашем детском саду. Многие родители не знали о существовании больных зубов у своих детей. Действительно, к нам пришел стоматолог, сделал осмотр и дал рекомендацию бесплатно обратиться и вылечить зубки. Мы составили список деток, у которых имеется кариес, и все сейчас занимаются лечением зубов. Дети ведут дневники, отмечают, каким образом они чистят зубы утром, вечером. И многие дети стимулируют родителей к походу к стоматологу. То есть, если раньше это был стресс на всю семью, то на сегодняшний день семьи, которые вот участвовали в этом проекте, они отмечают, что дети сами: «Мама, посмотри в календаре, у нас сегодня там визит, мы должны прийти». Это, конечно, достояние этого проекта, я считаю. Помимо офлайн занятий, «Звездный дождь» снял обучающие видеоролики для детей, посмотреть которые может любой родитель и ребенок. Это зубик. Зубик вырос. Вот еще один растет. Три уже. Уже четыре. Скоро будет полный рот. И ручки. Зубик. Зубик. Раз, два, три, четыре, пять. Это щетка. Это паста. И пасту на щеточку намазывайте. И чистим зубки. Посмотрите, вот как надо. Зубки чистыми растут. И ручки, щетка, паста. Пойте, пойте. Чтобы чистить каждый зуб. Молодцы. Запомнили? Да.